Дни недели без соревнований. В Одессе прошел областной турнир по годзюрю карате. За победу в первенстве области боролись 350 спортсменов из 18 клубов региона. Местом для проведения престижных соревнований выбрали спортивный комплекс Международной академической школы Одесса. Турнир прошел при поддержке почетного гражданина города Одесса Сергея Кивалова. Как прошли сами поединки, далее в сюжете. 350 спортсменов различных весовых и возрастных категорий собрались в спортивном комплексе Международной академической школы Одесса, чтобы выявить сильнейшего на чемпионате области по годзюрю карате. Престижное соревнование, которое организовала Федерация Окинавского годзюрю карате до Украины, собрали юноши и девушек из 18 клубов Одесской области. Организаторы турнира рассказывают, что собрать такое количество участников – большой успех во времена пандемии. Данный кубок Одесской области проходит для того, чтобы мы могли отобрать лучшую сборную команду Одесской области для участия в Кубке Украины, который пройдет 23-24 октября в этом же зале, вот, при поддержке Сергея Васильевича Кивалова. За что хочу выразить огромное спасибо. Вот. Ну и самым главным событием является то, что в следующем году у нас чемпионат мира в городе Фольо, Италия, среди всех возрастов. То есть это 6, 8, 9, 10, 12, 13, взрослые, кадеты, юниоры, взрослые и мастер класс. За два дня ярких поединков на татами вышли представители различных стилей. Как с классической техникой годзюрю карате, так и представители категории кабудо с оружием. Стоит отметить, что все спортсмены сумели продемонстрировать свои умения и спортивный азарт. А некоторые даже дебютировали на серьезных стартах. Речь идет о самых юных участниках, которым всего 4 года. Но даже в столь юном возрасте они делают уверенные шаги в мир профессионального спорта. На данном этапе, к сожалению, подготовка спортсменов очень была сложной. Почему? Потому что в связи с нашим коронавирусом, с ковидом, многие залы были закрыты. То есть тренировали спортсменов не все, а только те, которые ходят в национальную сборную, либо детей. То есть в данном этапе, пока у нас желтая зона, мы можем проводить соревнования, мы можем тренировать детей, но все-таки свой коронавирус внес свои изменения. То есть поэтому, конечно, да, многие малыши здесь первый раз выступают, многие спортсмены просто приводят себя в порядок после долгого застоя и двигаются дальше. Но в принципе, то есть уровень спортсменов достаточно высокий, особенно у более старших. Польза карате не ограничивается только спортивными функциями. Карате – это еще и отличный способ самодисциплины, а также существенная основа для стремления к успеху, упорству и новым достижениям, отмечают сами спортсмены. Я в детстве был энергичный и всегда бегал все. Ну, не мог на одном месте стоять. Когда некоторые типа приходят, да, начинают за вас там что-то делать, я пытаюсь уходить. Ну и все, я ухожу, они там могут что-то говорить, я спокойно себе уйду. Ну, я не буду ничего делать. А если они уже начинают драться первые, ну, я даю сдачи. Не сильно, конечно, но... Я очень много выступаю на соревнованиях, и на этих соревнованиях было очень сложно. Я занял 4 первых места в шобу-кумите, в спортивном кумите и в дзю. Мне нравится карате, потому что оно учит... быть спокойным, уверенным и защищаться. В ходе чемпионата Одесской области по годзюрю карате абсолютно каждый участник настраивался на победу. Карате – это, с одной стороны, спокойный, но в то же время динамичный вид спорта, поэтому порой анализировать тактику соперника приходилось прямо на татами. Несмотря на большую конкуренцию, на этом чемпионате бывали случаи, когда приходилось бороться со своим другом. Спортсмены рассказывают, что татами – это поле для техники и умений. Этим видом спорта я уже занимаюсь более 9 лет. Соревнования я уже побывал очень много раз. Сегодня как бы был такой тяжелый день. Соперники были неплохие. Ну, что еще можно сказать? Было тяжело, но получилось как-то. Соперник был мой друг, очень хороший. Мы с ним давно знакомы. Ну вот, пришлось драться так. Местом проведения чемпионата Одесской области по годзюрю карате выбрали спортивный комплекс Международной академической школы Одесса. Всего за чуть больше года своей работы школа будущего стала эпицентром проведения множеств престижных соревнований по различным видам спорта. Стоит отметить, что создатели учреждения подошли к условиям спорткомплекса с полной ответственностью и уверенностью в спортивном будущем молодежи. В первую очередь мы сотрудничаем тесно с Сергеем Васильевичем Кивалом, с юридической академией. Первый, говорится, чемпионат мира по ирикуме проходил на базе юридической академии спортивного комплекса МГУ. Комплексы, которые сегодня созданы и построены Сергеем Васильевичем в городе Одессе, они
занимает наилучшее место. Поэтому, безусловно, мы выбираем те помещения, в которых комфортно, уютно, есть кондиционирование, есть тепло для спортсменов. А Сергею Васильевичу хочу еще раз сказать огромнейшее спасибо за его поддержку, за то, что он делает не только для спортсменов, а для всех граждан города Одессы, потому что это международная академическая школа, она соответствует всем уровням европейского уровня. Отмечу, что на этом спортивные будни не заканчиваются. Совсем скоро спортивный комплекс Международной академической школы Одесса снова будет принимать престижные соревнования по карате, но в этот раз уже всеукраинского масштаба. Борьба за Кубок Украины состоится 23 и 24 октября в спортивном комплексе «Школы будущего».